dvhub.ru. Семьей общаемся. Истоки этого праздника, наверное, вам известны. Почему мы находим шалаш? Шалаш означает именно временное жилище, когда человек находится в этом мире. Именно когда все люди зимой уходят по домам и закрываются, потому что с холода, евреи выходят именно как раз наружу и сидят в суке, показывая то, что наш мир это временное жилище, как шалаш это временное жилище, которое через неделю мы его уберем обратно и пойдем в теплые дома. А вот каким образом мы символизируем, что вот весь этот мир это все временное наше местонахождение, поэтому надо стараться максимально делать хороших дел во благо другим людям.